Доброе утро всем. Сегодня у нас 8 число июля. Море практически успокоилось. Погода стабилизировалась, нормализовалась. Людишек уже по местному времени 7 часов 30 минут уже полным-полно. Еще чуть-чуть и будет матрасик некуда положить. Все, пляж уже опять облагородили, вбили зонты. Сейчас лежаки будут расставлять. Горка стоит. Мы, как обычно, в такое раннее утро прибежали искупаться. Пока море спокойное, более-менее чистое. Не совсем еще очистилось. Скорее всего, завтра будет чистое. Вон теплоходик какой-то, на котором мы сегодня поедем кататься. Что ж, хорошего на мне, а я закупываться. Интересно, так идешь по улице, а на дереве цветы, магнолии цветут. Красота. А ты сам себе идешь. Ни забот, ни хлопот. Красота. Одни уже отцветают, а вторые расцветают. Здесь только бутон открылся, а здесь уже все. Тут уже плоды стоят. Вон они на дереве, смотрите. Красота. Вот она магнолия во всей красе. Мы сейчас маленько сделаем морскую экскурсию. Вот на таком сейнере рыбачим бывшем. Сейчас прогулочный катер. Посмотрим, как в море, попробуем поискать дельфинов. Хорошей нам поездки и прекрасного отдыха. Ну что, ребята, мы отходим от берега. На нашем беркуте. Надежке нравится, она довольна. Смотрите, какая красотища. Лепота. Вообще практически качки нет. Чуть-чуть вот покачиваю, да? Потому что большое суденышко. Мы плаваем на катере, а кто-то на вертолете прогулку делает. Роснефть полетела, раскраска ее. Мы уже достаточно далеко ушли от берега. Это красота, ребята, это красота. Сейчас, может быть, дельфинчик даже увидим в открытом море. Говорят, кто остался без билетов в воде, на корабль не поднимется. Так что все остаются там. Надюшка у меня пошла. Ага, пропускает. Ага. Ай, молодец. Ай, молодец. Конечно. Надюш, ты молодец. Мы не заплываем, там может быть пьяный мотоциклист. Он вас не увидит, просто солнце. Нет, серьезно, мотаются. А, ну это понятно, понятно. Ну что, ребята, мы поплавали в открытом море.
набрали для внука водички подальше от берега. Да и судоходство здесь как такового толком незаметно. Вот, сейчас будем возвращаться. Время бежит быстро-быстро-быстро здесь. Вода теплая. Просто как-то периодически плывешь теплая. Прям такая обалденная охота дальше находиться в этом месте. А потом раз, и холодок пошел. Поленья еще плавают после шторма. И кто там говорит, что земля не круглая? От края до края полукруг. 12.02. Там Турция на горизонте где-то. Где-то вон там на горизонте Сочи, Адлер. А вот она Лазаревская. Сейчас пойду на нос. Сделаю видео и фото. Вот оно во всей красе. Ближе подходить буду, сниму почаще. Ребята, когда наблюдаешь такую красоту, желание появляется еще раз сюда возвращаться и еще раз, и еще раз. Как же здорово, а? Подходим уже к берегу. Сейчас камера более лучше будет брать все очертания поселка Лазаревская. Пешком ходили, вроде такой маленький. Сейчас смотришь, вроде реально такой большой. До этого большого высотного здания заходили, туда прям за речку уходили. Отдых на все деньги. Кто на рыбалку, кто на банан, кто на пиратский катер, кто на парашютик, кто вон на гидроциклах. Вообще обалденно. Хорошо. Ну что, ребята, наша экскурсия практически подходит к концу. Мы прибываем к своему пирсу. Сейчас будем швартоваться. Так быстро, полтора часа пролетело и незаметно. Е-ха! Эх, класс, а. Желаю, чтобы все испытали то, что сейчас испытываю я. Кайф, просто кайф. Как же здесь хорошо. Прибываем. Ну что, ребята, на этом, наверное, наша сегодняшняя экскурсия по морю закончилась. Будем дальше отдыхать. Смотрим за работой, как швартуется. Мотор заглушен. Все в порядке. Мы выходим. Продолжаем отдыхать. У нас прекрасное видео окончание дня. Вы посмотрите, кораблик идет вдали. Прям попадает под солнышко. Ну и мы с Надежкой здесь. Всем хорошего окончания дня. Солнце все уходит, уходит за горизонт. Красота!